Владислав, привет. Привет, привет. Что, Ярослав, ты решил я приехать к вам? Как? Встретите? А? Встретите меня. Слушай, ну нужно согласовывать, я не знаю, с Руслан... у Руслана сейчас тяжелый график. Ты с ним общался или нет? Нет, ну а как, почем с ним общаться, у меня и контакта его нету. Ну как, я контакт тебе кину его, ты ему позвони по скайпу. Ну что, люди интересуются, задают мне вопрос, что да как, чего у тебя получается? Да понятно, ну что, ну Ярослав, ну что, ну чертежи отдал, на это время все, я уже устал ждать, блин. У того времени нету, сейчас, завтра, сегодня, токарю отдадут все эти дела. Ну? Вот поеду по материалу с ним разговаривать, как, чего там, точить, что там. Время, я уже устал, во-первых... Нашел ближайший станок, нашел это сверлильный станок. Может, сегодня планировал как бы попробовать все-таки какую по счету попытку собрать эту. Я хотел как мне извращение закольцовывать это дело по электричеству. В том плане там я хотел бы, чтобы она просто от пружины работала. Ну, хотел, это понятно. А что на практике? На практике ничего. На практике ту модель, что я показывал, и все. Так-то переделали, и все это понятно, все прощу. Но малую модель удалось закольцевать? Ты говорил, у тебя там моторчик от магнитофона был. Да, ну все там прокручивает, все в процессе работы, там пасек прокручивает. Это вот это биение, несовпадение, то это, то то, как закон подлости. Ну все, что на коленках. У меня в моем распоряжении дрель. Ручная дрель, лобзик, да, электрический, ну что еще, ну вот и все, да, в принципе, и стол, и колени, да, так, тупо, вот так, струбцины, да, это же, ну, насколько ты понимаешь, это не просто это сделать, это, не знаю, все равно, что пулемет. А чертежи у тебя есть, можешь на компьютере показать, какие чертежи у тебя? Чертежи, да, есть чертежи, там шестеренки, сейчас я не покажу, сейчас искать, 3 часа, там уже копы, там шестеренки, в принципе, да. Ну, смотри, к Руслану имеет смысл, если у тебя, ну, как бы чертежи, ему отослать надо будет чертежи. Ты 3 часа хочешь искать, ну, в общем, нужно подготовиться. Ну, естественно, естественно. Ну, вот сейчас я снимаю видео это специально, чтобы показать людям. Говорю, покажи чертежи, тебе их 3 часа надо искать. Люди такие подумают, ну, да нафиг нам надо связываться с человеком, который чертежи 3 часа ищет. Ну, не 3 часа, я могу их нарисовать на бумаге сейчас, да, вот чертежи. От руки прям тут сразу. Там что, там... Особо не нужно, что, обгонные муфты, у меня со своими, я приеду, обгонные муфты. Вот обгонные муфты от ксерокса у меня. Вот. Ну, типа, посмотрел, они не, это, не особо дорогие, там можно купить эти обгонные муфты, если делать, смотря какой мощности, разгонять ее, насколько. Вот. Подожди. Диаметр валов, там вот это все, ну это нюансы, это... Ну смотри, я принимать решение вообще никак не могу, потому что тебе нужно будет связываться напрямую с Русланом, и контакт я тебе вышлю, да. И без согласования с ним ехать абсолютно бессмысленно, иначе, ну... Ну конечно, конечно, чего я тебе сам не брал, ясное дело. Ну, ему надо показывать, на словах он так не поймет, какая обгонная муфта, для чего, куда ты ее втыкать будешь, что будешь делать. Ну, понятно. Ну, и сейчас смогу объяснить, если... Давай, камера пишет, объясняй. Сейчас. Сейчас. Вот это. Сейчас.
это, да? Сейчас. Так. Вот пружина. Блин, сейчас. Не, уходит из камеры, чуть ближе, ближе. И, еще, еще левее. Или камеру поверни, я не знаю, где у тебя камера просто. Правее, правее, правее. Во, вот так вот, да. Ага, и чуть повыше, чуть-чуть повыше. Ага, стоп, стоп, ага, есть. Отлично, так, по вот. Центру. Вот, смотри. Значит, вот она. Обгонная, ой, пружина, да? Да. Эта веревочка идет на обгонную муфту, она обнимает обгонную муфту, отбивает. Вот. Ну и, соответственно, обгонная муфта работает в одну сторону. Вот я завел пружину сейчас. Да. Рычагом, да, я пусть сорвалась у меня. Вот о чем я говорил. Вот это. О чем я говорил? Вот завел пружину один раз. И вот завод пошел. Смысл понятен, обгонная пружина работает. Ну, смысл понятен, какое тяговое усилие там, маховик вот вращается, а какое тяговое усилие там возникает? Так, я мерил на большой, у меня 3-килограммовый маховик, ту модель я разобрал. У меня на усилие я мерил на рычаге 500 грамм, 3-килограммовый маховик. Один, вот от одного такого импульса, да, так сказать. Маховик крутился 6,5 минут. И пружина была часовая, пружина я ставил. От настенных или напольных часов таких нормальных. Пружина серьезная, часовая. Мощная. Так, и в Эксити на заводе что ты хочешь сделать? Вот есть прототип вот этого механизма. И что ты там хочешь сделать? Значит, что? Ну все, два вала, да? Какие валы? Ну валы, ну вот они, у меня новосверки, они у меня есть дома, я их вот. Угу. 8 там. Все это маховик у меня есть, можно сказать, 3-килограммовый вот этот. Угу. Вот. Значит, что я хочу? Шестеренки, да, или подобрать, или выточить, вот там, да, как-то. Ну, можно на лазерной резке можно сделать. Вот, шестеренки. Ну, в принципе, вот и все вот это. Да? Потом, потом сейчас покажу еще одну. Там закольцовка получается, можно... Два типа, мне кажется, даже больше типов. Я вот такое делаю, вот. Вот по этой штуке будет ездить ролик. Угу. То бишь завод, да? Понимаешь, да, вот это он раз завел, и здесь он сброс пошел. Угу. Энергия пружины, вот это все. Вот, вот такого типа, или планетарного еще у меня. Есть штука. Хорошо. Добро, давай я тогда ролик назову «Заявка на изготовление в Эксити» и кину ребятам в чат, на страницу себя выложу, и Руслан посмотрит. И контакт тебе его кину. Да. И ему кину ссылку на ролик. И тебе кину ссылку на ролик. Ну и там коллектив примет решение, как они, что думают. С тобой кто-нибудь связывался? Да, я с Кочаном общаюсь. О, вот, уже хорошее продвижение. И чего? Что-что? И что, Кочан? Ну, Кочан, да, нормально, чего приезжай, чего, с Русланом поговори, как, что, с Ярославом, с Русланом. Не, а что Кочан по конструкции говорит? Ну, по конструкции говорит, ну что, ну да, да. Интересно. Кочан у нас как этот разрушитель легенд. Не, ну это легенду невозможно разрушить, потому что это устройство, оно способно на многое. Я тебя понял. Ладно, хорошо, не будем затягивать сюжет. Хорошо, Михаил Евдокимов, а когда ты предварительно планировал приехать-то? Когда примут? 13-14.
Ну, не знаю, готовы там тебя принять или нет. Я просто не в курсе. Ладно, добро. Стоп, снято. Я тогда сейчас тебе кину ссылочку Руслана. Все, хорошо, спасибо. Ага, давай, пока.